Поездки в общественном транспорте стали безопаснее. В зареченских автобусах появилась тревожная кнопка. Муниципальный пассажироперевозчик заключил договор с вневедомственной охраной территориального управления Росгвардии. В каждом транспортном средстве установлена система позиционирования, с которой интегрируется кнопка тревожной сигнализации. В случае нарушения общественного порядка и других противоправных действий в общественном транспорте водитель или кондуктор может воспользоваться экстренным вызовом группы задержания Росгвардии, который получит сигнал с точным местоположением автобуса с помощью системы «Эроглонас». В кратчайший срок экипаж Росгвардии прибудет на место и примет меры по задержанию правонарушителя. Данная система позволяет быстрее реагировать на внештатную ситуацию, и злоумышленник, находящийся в салоне автобуса, будет быстрее обезврежен. Необходимость дополнительных мер безопасности вызвана участившимися случаями нарушения общественного порядка неадекватными пассажирами. Иногда дело доходит до рукоприкладства. Доходит до того, что водитель, естественно, останавливает автобус, потому что сигнализирует ему кондуктор о том, что в салоне автобуса происходит какая-то нештатная ситуация. Он заходит в салон автобуса, естественно, он кондуктора не может бросить, пассажиров тоже не может бросить. Начинает разбираться и доходит до того, что водитель получает телесные повреждения от пассажиров, то есть которые ведут себя неадекватно. Теперь такими неадекватными пассажирами будут заниматься не водители автобусов, а бойцы Росгвардии. При получении данного сигнала мы незамедлительно выдвигаемся на объект, узнаем причину срабатывания. Если нужно, задерживаем правонарушителя. Пока системами тревожной сигнализации оборудованы 5 муниципальных автобусов. В будущем планируется поставить под охрану Росгвардии все пассажирские машины Зареченского автотранса.